Должник тот же, наказание прежнее. Дмитрий Новиков вновь привлечен к общественным работам. Не прошло и 5 месяцев с первого приговора. Тогда его лишили прав на 1,5 года и выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Но заплатить в установленные сроки мужчина не смог. Понес наказание, подметал улицы, красил заборы. Данный штраф гражданин установленный законом срок 60 дней не оплатил. Тем самым, значит, нарушил административное правонарушение по части 1 статьи 20.25. И Бугульминским мировым судом было назначено ему 25 часов обязательных работ. Повздорил с женой, и по статье «Мелкое хулиганство» Дмитрий Новиков второй раз оказался на скамье подсудимых. Наказывать строго его не стали. Выписали штраф 500 рублей. Но и о нем мужчина вспомнил, когда получил новую повестку в суд. Суду доверяете, да? Вину признаете? Содеянным раскаиваетесь. Что же вы там? Не первый раз. Отбывание наказания без отрыва от основной деятельности. По 4 часа в день с кисточкой в руках и на свежем воздухе. Дмитрий Новиков проводит свою работу над ошибками. Таких, как он, в Бугульме на данный момент около 30 человек. Кому это понравится? За вовремя неуплаченные штрафы приходится отвечать. Трудотерапия – самое мягкое наказание для неплательщиков. Ее альтернатива – удвоенный штраф или административный арест до 15 суток. Прервать же отработку – значит повесить на себя новый штраф, только уже в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Ирина Герасимова, Алсу Мукада, Дмитрий Архангельский, новости Юго-Востока, Бугульма. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».